День города Чебоксара отметили еще в минувшее воскресенье, однако его итоги продолжают подводить до сих пор. И речь вовсе не о рекорде зарядки со звездой. Когда ближе к ночи гуляющие разошлись по домам, на улице города вышли коммунальщики и вывезли около 750 кубометров мусора. Наводить порядок пришлось до рассвета, зато к утру город приобрел свое прежнее лицо. Кроме количества отходов, стали известны еще некоторые любопытные цифры. Так, на 20 миллионов рублей увеличился в праздник общий товарооборот предприятий торговли. А средняя сумма в чеках организации общепита выросла в 2,5 раза и составила 900 рублей.